Уборка озимых в Хасавюртовском районе продолжается. К уборке простояло 15 320 гектаров, и уже на 10 июля убрано более половины. Уборка пойдет еще быстрее, говорит Изамитин Ирисбиев, начальник управления сельского хозяйства района. Мы приобрели первую партию современной сельскохозяйственной техники, новые комбайны. Комбайны поступили в МУП МТС «Хасагросервис» Хасавюртовского района. Надо отметить, что с прошлого года шла кропотливая работа по открытию данного МТС. Этого требовала ситуация, ведь 60-70% сельскохозяйственной техники района давно исчерпали эксплуатационные сроки. И МТС «Хасагросервис» первая в республике. Поставка этих комбайнов немного запоздала, продолжает Изамитин Ирисбиев, хотя вся процедура оплаты была сделана давно. Вчера, 9 июля, сразу три новых современных комбайна, оснащенных передовыми технологиями «Вектор 410», уже приступили к уборке урожая зерновых культур в районе. Глава района Джамбулашапиев Салав, в сопровождении первого заместителя главы администрации района Загира Гаджиевича Баташева, председателя районного собрания депутата Марата Ахаева, заместителей главы администрации, глав поселения Тотрубикала Андрея, руководство управления сельского хозяйства и других задействованных специалистов непосредственно на поле в ходе уборочной страды ознакомимся с производственными мощностями и эффективностью новых комбайнов «Вектор 410». Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района. Для оказания всемерной помощи аграриям района приобретение современной высокотехнологической техники в районе создан МТС «Хасагросервис», который мы укомплектовываем новой техникой для более успешного и эффективного развития агропромышленного комплекса. Поступившие зерноуборочные комбайны «Вектор 410» отвечают всем техническим и экономическим требованиям в нынешних условиях. Мы твердо взяли курс на обновление и техническую модернизацию технопарка района, и это приоритетное направление политики развития сельского хозяйства. Хасавюртовский район занимает ведущее место в производстве зерновых культур в республике, и под урожай 2018 года озимые зерновые посеяны на площади 15 320 гектаров, подчеркнул Джамбула Салау. Далее в беседе с комбайнерами глава района поинтересовался условиями труда и техническими характеристиками зерноуборочного комбайна, где было отмечено, что агрегат очень удобен, экономичен и практичен в эксплуатации, обладает высокой производительностью с хорошими параметрами энергопотребления. Джамбула Салав сам лично осмотрел кабину комбайна и, выразив удовлетворение современным оснащением и удобностью кабины, отметил, что агрегат соответствует максимальному удобству в работе людей, стоящих за штурвалом техники.
Важно осознавать, что еще одним отличительным преимуществом обладает современная техника, где производительность всегда в разы выше, чем когда у людей есть возможность работать в комфортных условиях, заключил итоги инспекции Чамбулат Салаов. Машинотракторная станция ХАС Агросервис и дальше будет оснащаться новой техникой. Это трактора высокой и средней мощности и другая прицепная сельхозтехника. Также ГАРД, аппарат для борьбы с вредителями на базе машины КАМАЗ. Также планируется приобрести технику для бурения арт-скважин.